Приветствую вас. Кроме похода к психологу, вы можете самостоятельно определить, в чем для вас значение дружбы. То есть вот вы говорите о том, что пересмотреть взгляды на дружбу. Совет такой, но он вам не поможет. Что вы вкладываете в во фразу «пересмотреть взгляды на дружбу». То есть, как вы это понимаете вообще? Потому что пересматривать взгляды на дружбу можно по-разному. Я не очень понимаю, что вы делали. То есть, ну вот, просто, что вы делали конкретно для того, чтобы пересмотреть взгляды на свою жизнь, на свою дружбу, точнее, что вы делали для этого. Вот. И делали ли вы вообще что-то? Вот. То есть, для меня вот этот момент, он не ясен, как бы. Вот. То есть, нужно вам смотреть, что конкретно для вас значит дружба, что конкретно вы хотели для себя, значит, от нее, от дружбы получить, что конкретно вам, ну, нужно было, вот. Чего вы лишились в результате, значит, того, что произошло? Да, то есть, что вы потеряли для себя, это тоже очень важный момент. И подумать над тем, как и что вы могли бы для себя, ну, скажем так, компенсировать, да, то есть, как и что вы могли бы для себя скомпенсировать, скорректировать и так далее. Вот. Такая вот история. Такой вот момент. На самом деле, это то, что вы можете сделать сами. Это то, что вы можете сделать сами. А в остальном, вы не можете сделать ничего больше. Просто потому, что, значит, ну, как бы, есть ограничения, значит, вот, ограничения на то, что вы можете сделать сами. Ну так. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Найдите все-таки возможность обратиться к психологу, потому что это очень важно.
Вот, если у вас остались вопросы, обращайтесь, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.